Так, я приветствую всех присоединившихся. Сегодня я бы хотела рассказать о каких-то лагах, глюках, которые в последние дни происходят на Etsy. Вот. Сейчас я немножко подожду побольше людей, да, чтобы потом все не переспрашивали в комментариях и не отвлекали об этом. Вот, как у кого дела? Не устали ли вы на самоизоляции? Хорошо ли у вас идет работа? Еще, если вы заметили, я пока что стала реже выходить в эфир, реже пишу посты. Вот, просто я сейчас замечаю просто огромный наплыв прямых эфиров, каких-то бесконечных марафонов, переходящих из одного в другой. Вот, и как по мне, то это просто какая-то идет... одержимость продуктивностью, то есть люди пытаются как бы везде себя потом засунуть, да, но по факту из этого они получают очень мало пользы, вот, потому что бегут как бы во все стороны. Если вы видели картинку, когда я выкладывала с обезьянами, где одна другую откачивает и говорит, вставай, там новый вебинар начинается. Вот, то есть то же самое, как бы, как мне кажется, происходит сейчас. Вот. И поэтому как бы я не хочу давать какую-то тоже информацию, потому что, как мне кажется, эта информация просто может сейчас в потоке всего этого восприниматься как-то, проскакивать, да, то есть просто как бы идти в огромном общем потоке, потому что многие сейчас те же самые эфиры проводят и пишут какие-то посты, просто лишь бы это было. Вот, мне как бы эта тенденция не очень нравится. Вот, и поэтому я пока что больше уделяю времени Etsy, я сейчас там исследую алгоритмы по ключевым словам, вот. Недавно я публиковала в сторис, что я узнала кое-что новое, что меня поразило, и раньше такого не было. И сейчас там еще, то есть, еще один момент, я сейчас там по конверсии проверяю, что... Возможно, как бы высокая конкурентность тегов, она бывает разная. Вот. И возможно, что вам будет сложнее пробиться в среднечастотнике, чем в высокочастотнике. Пока что сейчас это проверяю. Вот, вчера там вывела один товар при конверсии в бестселлеры. Вот, при конверсии 3,7%. Вот, получается, там было всего лишь 17 продаж. Вот, пока что мне... Ну, и я поняла, что бестселлеры именно ставятся не от конверсии, да, а от какого-то количества продаж за определенный промежуток времени. Вот. В принципе, уже люди есть. Давайте сейчас я тогда расскажу вам, что происходит сейчас на Etsy. Какие... Что вообще происходило там за эти две недели. Первое. Очень долго у всех не работало сохранение shop policies по срокам отправки. Вот. Этот глюк наблюдался с 2018 года. Он время от времени то работал, то не работал. И вот сейчас, последние два месяца, то есть у меня, когда люди были на марафонах, на курсе, мы никак не могли сохранить их. И вот буквально два дня назад все снова заработало. Вот. И поэтому, если у вас... есть заказы, да, и сейчас в связи с ситуацией, с коронавирусом, посылки идут дольше, и поэтому сейчас вы можете свои сроки там увеличить, потому что все снова, к счастью, заработало. Вот, как бы, это хорошая новость по Etsy. Дальше, еще одна новость. Многие, если, в общем, вы из Украины, и у вас есть посредник, то не помню точно, какой из посредников, а может быть оба. Они сейчас предлагают также принимать оплату через Others. И там нужно вводить... они сделали счет, видимо, американского банка, вот, на который можно будет делать перечисления. И многие стали подключать этот метод оплаты Others. И какой-то у некоторых случился глюк, что их магазин стал пропадать из поиска. Вот. Я, кстати, не знаю, как, почему, то есть люди решили после включения Others это проверить. Просто мне бы, например, не пришло в голову
ну, проверить позиции своего магазина, пропал он после этого включения, либо не пропал. Вот. Может быть, это совпало случайно. Я как бы вот этот момент я не знаю. Ну вот, и мне стали писать. То есть сначала написал один человек, второй человек, третий человек. После первого я подумала, что ну, навряд ли такое, как бы, ну, такое невозможно. И потом, когда мне написало уже несколько человек, то оказалось, что действительно магазины из поиска, некоторые, не все, но некоторые, после подключения метода оплаты Others пропадают. Вот. Поэтому, если вдруг вы собираетесь этот метод оплаты подключать, то вы его подключите и потом проверьте, есть ли ваш магазин в поиске. Если нет, то просто пишите в техподдержку. То есть мне уже отписались люди, они сказали, что мы написали техподдержку, и наш магазин снова появился. Вот, как бы, поэтому не бойтесь, ничего страшного об этом нету. Это просто какой-то очередной глюк. Вот. То есть у меня, в принципе, на там, одном из магазинов я отключала Азерс, как бы все было хорошо, никаких проблем не было. Но, видимо, у кого-то почему-то это возникает. Поэтому бояться подключать этого не стоит, просто проверяйте, и если возникает, то просто устраняйте. Вот. Это то, что было по косякам на Etsy. Пока что, в принципе, я больше никаких глюков не наблюдала. Сегодня мне еще пришли две заявки по поводу неработы PayPal, но это уже были именно какие-то внутренние проблемы с их аккаунтами. По поводу почты, посылки двигаются, но очень-очень медленно. То есть они застряют на выпущенной таможней отметка, и вот они там находятся долгое время. То есть, если вам пишут клиенты по поводу задержек, да, то отправляйте им письмо о том, что вот, ну, к сожалению, вы ничего не можете сделать, такая ситуация. Вот, с коронавирусом, как бы нужно просто подождать. Кстати, вопрос тоже. Маша, расскажите, пожалуйста, если знаете по примерным срокам доставки, у меня после границы посылка не отслеживается по 20 дней. Ну вот, у вас, наверное, тоже, да, последняя стоит запись, выпущена таможня, и все, и она пропала. Я знаю, что вот в Европу у меня, у клиентки была отправка, и посылка дошла довольно-таки быстро, за 2 недели. Вот. В Штаты идет долго. Вот, у меня от нашей таможни до США, три посылки шли 6 недель. Сейчас я поумножу, подождите, в голове. Это получается, ну, 40 с чем-то дней получается, да? EMS дошло за 10 дней. Но EMS, к сожалению, подходит не всем, потому что если почта стоит отправка 360 рублей, то EMS она будет стоить 1100. Вот, то есть чаще это получается, что дороже, чем товар. Но здесь только ждать, как бы здесь вы ничего не можете сделать. Если вам пишут клиенты, старайтесь их успокоить, скажите, что вот сейчас сроки увеличены, но тем не менее посылки двигаются. Вот, то есть постарайтесь их, как бы, скажите, что вы будете на связи с ними, там, если что, там все узнаете. Так, секундочку, сейчас телефон подключу. Зарядку, чтобы не слететь. Одну минуточку. Так, а теперь я не знаю, как сделать, чтобы было прямо. Ну, допустим, вот так. Вот, по поводу почты. То есть вот информация есть, то, что они доходят до этой отметки, выпущенной таможней, и стоят. Стоят довольно долго, да, то есть, ну не знаю, недель, наверное, 3-4 вот уже стоят. Вот, и у меня вот у клиентки, спасибо большое за предоставленную информацию, она сказала, что у нее вот начали они двигаться спустя этот период времени. Вот. Как бы, поэтому, ну, все передвижения как бы я отслеживаю. Такая проблема у всех, не переживайте. Это не только у вас посылки встали. Как бы в данной ситуации это нормально. А единственное, что вы можете сделать, это
увеличить свои сроки по доставке, чтобы к вам претензий никаких не было. Написать в announcement сообщение в объявлении о том, что возможны задержки сейчас, которые от вас никак не зависят, что эти задержки есть везде. Пример текста я писала на YouTube под прямым эфиром. Можно просто его скопировать и вставить. Вот. И также, если вам какой-то из клиентов пишет, да, то есть, ну, чтобы вы ему как-то подсказали, потому что они, видимо, тоже переживают, может быть, скорее всего, они, может быть, то тоже постарайтесь, как бы, ну, написать им не просто, там, отписаться, как, да, там, одним, там, двумя словами, а постарайтесь написать, там, добрый день, там, да, я вот отслеживаю, я на связи с почтой, все жду, там, узнала информацию о том, что сейчас все посылки, то есть, ну, как бы, это нормальная ситуация, не только ваша посылка сейчас на таможне, поэтому не переживайте, в скором времени там нужно подождать немножко больше, как бы все будет нормально. Вот. Если будут какие-то у вас споры, кейсы, то, как говорят Etsy, они сейчас якобы на стороне продавца. Вот. То есть, возможно, они будут давать какие-то поблажки, если ситуация будет именно с задержками почтовыми. Крым, Германия 5 недель шла, сегодня получили наконец. Вот. Так, а вы, кстати, у меня из Крыма, да, получается? Надо будет вам-то написать. У меня есть еще пара вопросов по Крыму. В принципе, нужно будет у вас тогда узнать. Да, вот у меня тоже в Европу сейчас посылки доходят чуть-чуть побыстрее. То есть вот в Европу вот недавно дошло за 2 недели. Вот. Но тоже зависит от страны. То есть в какую-то страну я знаю, что также... да, я помню, что делала обзоры. Я почему-то... У вас же не написано, что вы из Крыма. Вот. У вас написано там другой город. Крым написать нельзя. И я даже и не знала об этом. Вот. Поэтому как бы с почтой дела вот такие, как бы бояться не стоит, как бы все хорошо, продолжаем работать. Вот. А, ну вот, ну в принципе я вот по поводу вас и хотела, да, тоже как бы уточнить уже и сформировать информацию для тех, кто из Крыма, потому что время от времени мне поступают вопросы по поводу продажи из Крыма. Но смотрите, насколько я знаю, то нужно использовать VPN, нужно найти человека, на кого PayPal зарегистрировать. Вот. И, наверное, единственный вопрос, который остался, это по отправке. То есть, наверное, вы пишете, что вы отправляете не из Крыма, вот, а пишете какой-то другой адрес, что якобы вы, наверное, отправляете из Москвы. И, наверное, еще что? Сейчас я вспомню. Ну, отрек номер, наверное, вы скидываете в личку. Вот. Вроде бы такая должна быть система. Но, конечно, да, нужно быть здесь осторожным и случайно не накосячить, чтобы не зайти через, там, случайно, без VPN, а через телефон. Ну, это очень хорошо, вы меня обрадовали, что вы из Крыма, и у вас получается продавать и отправлять. Еще одна хорошая новость. Вот. Еще вам для приободрения. Вот, вчера я смотрела интервью у Дудя с ребятами, которые из России, из Беларуси, которые находятся сейчас в Кремниевой долине. Вот, то есть они там рассказывали про свой какой-то опыт, про свой путь. Вот, и мне там понравилась фраза про то, что сейчас ценятся люди, у которых уже есть ну, есть провалы и опыт, да? То есть, если человек проходит собеседование в какую-то IT-компанию, то с большей вероятностью возьмут на работу человека, у которого, допустим, уже было там 4 стартапа с провалами, чем просто какого-то человека с одним успехом, например. Потому что, как бы, человек, у которого были какие-то провалы, у него уже есть какой-то опыт.
Вот. То есть, и как это можно оценить к себе? То есть, если, допустим, у вас уже есть какой-то опыт на Etsy, даже если он не успешный, то это как бы у вас уже есть преимущество перед теми, у кого опыта нет никакого абсолютно. То есть вы уже знаете, пока я говорила, я, кстати, вспомнила еще одну важную новость по поводу Etsy. Вот, сейчас туда расскажу. Вот, и поэтому, если у вас какие-то были даже на Etsy там провалы, не знаю, блокировки магазина, там, и вы их как-то решали, там, те же самые кейсы, те же самые споры, да, то у вас уже больше знаний и опыта, чем у людей, у которых их не было. Как бы вы уже каким-то ситуациям более сложным, сильнее подготовлены. Вот, поэтому как бы не стоит каких-то сложностей бояться. То есть даже ситуация сейчас вот с этой почтой, как бы вы ее пройдете, вы будете знать, что, как там, да, происходит. И в дальнейшем, то есть если какой-то там снова будут задержки на то же самое Рождество, то вы как бы уже с этим столкнулись сейчас, и вы уже не будете на это все остро реагировать. Еще сегодня мне прислали статью девушки, она написала, что она продает цифровые товары, и ее магазин забанили по причине того, что она не отправляет товар. Вот. Я не знаю, либо это глюк Etsy, либо есть еще один вариант. Из комментариев я поняла, что она начала продавать паттерны масок, которые сейчас очень популярны, да, то есть там просто ленивый эти маски сейчас не продает, эти паттерны. И у нее их, видимо, много покупали, но, как я вам часто говорю, не все покупатели читают описание. И, возможно, несколько человек, они подумали, что это не паттерн, а это реальный товар, маска. Вот, они его купили, они его ждали-ждали, видя, что товар не отправляется, и, возможно, они пожаловались на магазин. И таких жалоб могло поступить несколько, и после этого, возможно, как бы, ну, Эдси не стал разбираться, да, потому что, как бы, им не до этого, они отвечают очень долго. И они магазин забанили по причине неотправки товара. Вот, это моя версия, потому что, ну, она более реальная. Как бы, либо вот она, либо просто какой-то именно произошел глюк. Вот, поэтому, опять же, будьте всегда внимательны. Вот, и постарайтесь, чтобы вся информация была клиенту понятна, просто даже самому слепому и глухому. Так, тогда, наверное, эфир я заканчиваю, потому что я подключила зарядку на телефон, и у меня устала рука держать штатив. Вот, эфир я оставлю в записи. Надеюсь, что он будет для вас полезен. Вот, а для кого-то он будет в чем-то успокаивающим. Всем спасибо. Пока-пока.